В моем наборе исторических столярных и плотницких инструментов есть две реплики долот. Это реплика долота 11 века и реплика долота 14 века. Оба происходят с Троицкого раскопа в Новгороде. Более ранние долота стержневидные, как правило. И поздние имеют уже сложную такую форму. Важно, чтобы лезвие было шире, чем тело, да, для того, чтобы в пазах не застревал инструмент. Это свойство есть и на более ранних долотах, но на более поздних оно вообще очень ярко выражено. Это долота цельнометаллические. Вот. Я не знаю, как в средние века их использовали. Били молотком. Или использовали деревянную киянку, или, может быть, колотушку. Мне удобнее работать колотушкой, потому что не так звенит, легче попадать по шляпке. Вот крупная колотушка, легче попадать по шляпке.